Спорт – главный секрет долголетия Сергея Алехина. Ветеран Великой Отечественной войны попал на фронт, когда ему исполнилось 16 лет. Он участвовал в кровопролитных боях на Кавказе и в битве под Сталинградом. Сергей Сергеевич поддерживает хорошую физическую форму уже на протяжении 93 лет. В молодости он занимался боксом, плаванием и бегом. Сейчас Сергей Алехин каждое утро делает зарядку. Это придает ему силы и энергию. В преддверии Дня физкультурника Сергей Сергеевич вышел на спортивную площадку и поздравил жителей Самары с праздником. Будьте здоровы, будьте счастливы. И самое главное, занимайтесь все время спортом. Это самое главное в жизни человека. Оно придает всегда силу, здоровье. И жить вам до 100 лет после того, как если вы занимаетесь спортом. В 90 лет Сергей Сергеевич получил золотую медаль ГТО. Для этого ему пришлось сдать нормативы по отжиманиям и плаванию. В преддверии праздника ветеран провел мастер-класс для молодежи. Вместе с юными атлетами на спортивную площадку пришел и депутат городской думы, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Валерий Барсук. Нам, с своей стороны, намного проще работать даже с молодежью, подрастающим поколением, когда мы можем ставить пример таких людей, которые вот именно в таком возрасте завоевывает почетные медали и награды, как Сергей Сергеевич. Традиционно День физкультурника отмечают во вторую субботу августа. В этом году праздник перенесли с Волжской набережной на территорию стадиона «Самара-Арена». Уже завтра там соберутся тысячи приверженцев здорового образа жизни. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.